Всем привет, друзья! Меня зовут Клава Кока. И, наконец-то, на этом прекрасном YouTube-канале уже с историей появляется новый разговорный видосик. Поэтому готовьте чаёку и погнали! Ой, это немножко с другого канала. Я думаю, многие из вас знают, что не так давно я выпустила свою коллекцию серебряных украшений. Вы же знаете, как я люблю обвешиваться постоянно сережечками, подвесками, браслетиками, колечками. И эта коллекция — это не просто какой-то рекламный проект, это реально то, что у меня в душе, потому что мы вместе с брендом SKLV разрабатывали эту коллекцию на протяжении полугода. Каждое украшение — это какая-то идея, особая история. Эскизики, которые у меня есть в заметках. И здесь очень-очень много отсылок, поэтому в этом ролике я решила рассказать вам поподробнее о том, что в моей коллекции. И, возможно, ну невозможно, вам точно что-то понравится, и вы присмотрите что-то для себя. Вся линейка поделена на три коллекции. Первая посвящена моим поклонникам и строчкам из моих песен. Вторая целиком и полностью посвящена музыке. А третья, самая дерзкая, она так и называется, You Sex. Это то, о чем я говорила, это унисекс-коллекция с максимально дерзкими образами, с максимально необычными эскизами. Короче, сейчас вам все буду показывать и примерять на себе. Погнали! Начну, наверное, рассказывать с украшений, которые максимально близки моему сердцу, потому что эти украшения я целиком и полностью посвятила своим поклонникам. Каждый человек, который любит мое творчество, любит мою музыку, смог с помощью вот какой-то небольшой детали и небольшого украшения всегда понимать, что он — это часть меня, а я — это часть его. Я думаю, вы видели, что все члены моей команды носят вот такие вот красные нитки на своих руках. Я подарила каждому вот такой вот медиатрик, где написаны мои инициалы KK, и все это перечеркнуто линией пульса. Потому что кто был на моих концертах, знает, что между моими песнями как раз-таки вот эта линия пульса существует на задних экранах. Также помимо медиатрика есть еще просто молния и вот такой кружочек с инициалами KK. И мне очень приятно, когда мои поклонники снимают свои ручки в сторис, и там у них есть тоже вот эти медиатрики. И я решила, что 5 таких медиатриков, точно как у моей команды, я хочу разыграть среди вас. Поэтому, если у вас есть какая-то история, связанная с моим творчеством, напишите ее, пожалуйста, в комментарии. Я очень хочу, чтобы под этим видео были супер уютные комментарии, поэтому пишите. И 5 из вас, чья история будет максимально трогательной и интересной, я пришлю вот такие вот символические подарки лично от меня. Ну и стоит также отметить то, что украшение начинается в ценовом диапазоне от там 500 рублей, поэтому каждый из вас может найти для себя что-то подходящее и купить для себя и в подарок. Я обожаю вот эти колечки. Вы тоже, я думаю, видели у меня постоянно, что я их ношу. Это кольцо, которое сделано из 2 коллекций, и здесь написано «Краш». «Краш» — это до сих пор остается самая моя популярная позитивная песня. То есть можно надеть просто белую футболку, вот такое вот кольцо, какие-нибудь сережки, и ты уже будешь выглядеть нарядно. Поэтому я ношу его постоянно. И из колец также есть колечко, где написано «Ограниченный тираж». И еще есть колечко, где он тут у меня, «Личный маньяк». Сейчас, кстати, вспоминаю, как я придумывала все эти фразочки, эскизы, и захотелось снова погрузиться в этот процесс, потому что это очень интересно, это чем-то похоже на создание песни, но это абсолютно другая сфера, абсолютно другая среда, здесь максимально много творчества и так далее. Есть вот такие простые брошечки, краш, зая, KK Crew, также из коллекции для моих поклонников. Я обожаю вот эту сережку, где написано Клава Кока, издалека даже не совсем понятно, что это, но люди, которые носят эту сережку, они особо близки ко мне. Я, кстати, часто вижу в последнее время то, что многие ребята бьют татуировки с именем Клава Кока, и мне тоже безумно приятно. Но все-таки татуировка — это что-то вечное, а украшение можно снять на худой конец, если вы разочаруетесь в Клаве Коке, но я надеюсь, что этого не произойдет. Также есть вот такая веселистая сережечка Краш. Есть сережки, на которых написаны слова моих песен, например, «Зая». На мне сейчас крупные сережки, на них написано «Покинула чат». Я вот их очень люблю надевать на свои концертные выступления, потому что они довольно-таки активные, а я люблю быть активной, я же активная девушка. Здесь написано «Sweet Boys», а эти сладкие мальчики, кто помнит эту мою песню. И все это выполнено в стилистике чупа-чупс, тоже очень активные и одни из любимых моих сережек. Я вообще, если честно, не выхожу из дома без сережек или без браслетиков, или хотя бы без колец этой коллекции. Я думаю, вы это все видите прекрасно в моих сторис, поэтому я очень-очень-очень рада и горжусь этой коллекцией. И очень приятно видеть вас в украшениях,
которые создавала и придумывала я. А вот такой браслетик, на котором написано «Мне пох», ушел в подарок, сами понимаете, кому, я думаю, вы догадались. Пишите в комментарии, если вы догадались. Я вообще очень много многим своим друзьям дарила такие подарочки, очень приятненькие, но вот этот особенненький. Давайте, наверное, перейдем ко второй части моей коллекции. Это музыкальная коллекция. Я как человек, который занимается 4 лет музыкой, знаю, что такое скрипичный ключ, как выглядят нотки, медиаторы, гитарки и все остальное. Для меня, наверное, это самые главные символы, которые вообще в принципе есть. И даже когда я училась в школе, я хотела вот здесь набить себе татуировку, скрипичный ключ, а сюда хотела набить басовый ключ. Когда я впервые пошла на маникюр к мастеру, мне вот здесь рисовали нотки. И поэтому, естественно, когда я создавала свою коллекцию, я думала, там точно должен быть скрипичный ключ, нотки. Теперь вам покажу, что у нас получилось. Ну, во-первых, обратите внимание на мою шею. Это одно из моих самых любимых украшений, в принципе, коллекции. Оно очень утонченное, легкое. Здесь изображены нотки, краш там написано, там есть скрипичный ключ, и там есть мое любимое число 23. Вы знаете, что мое любимое число 23, потому что я родилась 23-го, и вообще есть огромное количество историй, связанных именно с этим числом. Кстати, если у тебя тоже любимое число 23, напиши мне в комментариях, мы будем с тобой официально брю. Но это, в общем, мое счастливое, любимое число, которое дарит успех почему-то не только мне, но и людям, которые тоже верят в магию этого числа. Есть еще одно мое любимое колье. Я ношу его очень часто, постоянно, потому что оно большое, массивное, яркое. И вот что бы ты с ним ни надел, ты уже будешь выглядеть нарядно и стильно. Я даже прямо сейчас хочу его надеть. Вот так вот оно выглядит. Те люди, кто подписан на меня в Инстаграме, они, конечно же, видели его огромное количество раз у меня в сторис. Вместе с этим колье я очень люблю носить разные-разные сережечки. Вот такая форма, кстати, очень модная. Это, опять же, медиатрик с моими инициалами KK. Например, на одно ухо я надеваю вот такую сережечку, а на другое я могу надеть сережку нотку. Также нотка есть не только двойная, но еще есть одинарная. И парни, у которых проколоты уши, часто очень носят такие подобные сережки. И это подходит как девочкам, так и мальчикам. Можно носить по одной, можно носить разные. Еще из такой подобной серии есть вот это. Здесь, значит, ключик и написано краш. И здесь тоже у меня есть где-то ключик, и тоже есть такая дощечка с названием краш. В общем, все это очень круто мэтчится, очень классно сочетается, и поэтому можно экспериментировать, меняя сережки. И вообще, в принципе, вся коллекция сочетается прекрасно со всем. И я гордо заявляю, что это вот все из моей коллекции. Мне самой очень приятно это говорить, очень приятно, что вам это нравится. Также есть всяческие брошки, которые можно прилеплять абсолютно везде. Вот, например, брошка скрипичный ключ, более большая брошка скрипичный ключ. Есть супер нежные украшения на леске, тоненькая леска, маленькая нотка, которая очень утонченно выглядит на руке и которая супер доступна для всех, можно подарить кому-то в подарок или оставить себе. Поскольку леску не видно, оно, короче, выглядит, как будто у тебя пирсинг на шее. Многие спрашивают, что это у тебя там пирсинг проколото, а на самом деле это вот такой вот прикольный скрипичный ключик, который очень именно утонченно подчеркивает ваш повседневный стиль. А сейчас мы переходим к самой... такой... Что это? У меня вселился Александр Рео. Коллекция называется «Да». You Sex. И название говорит само за себя, потому что это самая дерзкая такая коллекция, которая сразу обращает на себя внимание, потому что если, например, вы придете на любую вечеринку в колье из наручников, я думаю, что вы точно не останетесь без внимания. Может быть, даже уедете с вечеринки не одна или не один, потому что это украшение тоже подходит мужчинам. Это мое любимое колье из этой коллекции. Оно, правда, самое дорогое, поэтому оно мое самое любимое. Но я тоже его хочу сейчас надеть. Практически в комплекте я люблю носить вот эти сережки, тоже из большого такого наручника. Сейчас я их тоже надену, чтобы вы увидели, как это смотрится круто. И это один из моих самых любимых комплектов именно на концерты, потому что он тоже на себя сразу забирает внимание и при этом не перетягивает слишком одеяло. Какой-то такой супер микс. Также обычно к этому комплекту я надеваю вот такой вот браслетик.
тоже из наручников. И еще я, как любительница надевать на себя все и сразу, я надеваю вот такую вот подвеску, и выглядит полный комплект примерно вот так. Еще из этого же вайба, из этой же коллекции есть такая вот сережечка, тоже с наручниками, поэтому вы можете как угодно экспериментировать, как угодно все это друг с другом сочетать. Но это вот одна из моих самых любимых комплектаций по этим украшениям. Вот эта сережка, она выполнена в форме прищепки. Вот так вот ее нажимаешь и прицепляешь на ушко. А на ней написано «Отцепись». Тоже моносерьга. Вот так ее надеваешь на одно ухо, например, большую, а на другое ушко надеваешь что-то такое небольшое и аккуратная. Из моносерьг тоже есть вот такая вот сережка, конфетка. Это отсылка к моей песне, опять же, «Сладкие мальчики». И здесь прикольный лайфхак. Можно вот эту конфетку убрать, и получается просто обычное колечко. Но, естественно, с конфеткой выглядит намного круче и интереснее. Она сделана из серебра, но при этом она не тяжелая и не особо оттягивает ухо, поэтому выглядит очень классно и является супер акцентом в любом опыте. А вот эта цепочка идеально подходит мальчикам на подарки. Она довольно массивная, дерзкая, и тоже, если ты надеваешь ее просто на белую футболку, то сразу становится очень стильно и красиво. Поэтому, девчонки, можете подарить своим мужчинам вот такие вот красивые цепочки. Девочкам тоже подходит, но я не знаю, я вот дарю всем своим друзьям, они просто в восторге, носят каждый день. Опять же, напомню, это всегда 100% серебро, и оно причем не темнеет. Я моюсь спокойно в эти украшения, я в них хожу каждый день. Вы это все прекрасно видите, поэтому качество я реально вам гарантирую. И гарантирую, что вам понравится что-то из этой коллекции. Поэтому, друзья, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, смотрите, выбирайте, что вам понравится из этой коллекции. Я уверена, что вы для себя что-то подберете, потому что размах украшений большой, поэтому вы можете купить себе, для друзей в подарок, или просто посмотреть на эту коллекцию на сайте, посмотреть, что у меня внутри, потому что я считаю, что это достойно вашего внимания. Спасибо вам огромное за просмотр. Я напоминаю, что совсем скоро я разыграю 5 вот таких вот браслетиков, как у моей команды, поэтому пишите мне в комментариях истории, связанные со мной и с моим творчеством. Возможно, именно ты получишь вот такой классный браслетик от меня. Короче, я надеюсь, что было интересно. Очень-очень сильно вас люблю. Всегда рада стараться для вас, придумывать что-то новое каждый раз. Обожаю! Уважаю, люблю и ценю. Ваша Клава Кока. До встречи в новом видео. Или в новой песне. Или в новом тиктоке. Или в сторис. Пока.